не плотской нечистоты и мытья, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Сегодня день у вас счастливый и радостный, и памятный на много-много лет. Закончились волнения, ожидания, исполнилось заветное желание. Вы заключили с Господом завет. Вы умерли теперь для мира этого. Для новой жизни вы воскресли вновь. Для жизни, посвященной Искупителю. Для жизни чистой, жизни без грехов. А впереди у вас дорога очень трудная. Но средь скорбей, средь горя и печали вы только сохраните совесть добрую, которую вы Богу обещали. Как тяжело достались вы Спасителю, чтоб вас спасти, Он жизнь свою отдал. Великой этой жертвой искупительной спасение вашим душам даровал. Благодарите каждый день Создателя за милость, за любовь и благодать. И с этих пор пусть все ваши занятия святого Бога будут прославлять. И если ждут преграды, поражения на том пути, что вечность вас ведет, в борьбе со злом, с грехами, в искушении, пусть ваша вера крепнет с каждым днем. Вы первую любовь не оставляйте, храните Богу верность до конца. Во всех делах Иисусу подражайте, в труде, в нужде, душой не унывайте. Благодарить за все не забывайте чудесного небесного Отца. Сегодня день у вас счастливый, радостный и памятный на много-много лет. Ведь вы сегодня дали обещание и заключили с Господом завет. Слава нашему Господу! Витаю вас, друзья мои!